Новые аппараты ИВЛ прибыли в Ульяновск. Их уже собирают и устанавливают в медсанчасти УАЗ. Аппараты российского производства, по словам инженеров, полностью отвечают своему предназначению. Это разработка Уральского приборостроительного завода. Пока в медсанчасти устанавливают 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Остальные закупленные прибудут в регион чуть позже. Надо сказать, что ИВЛ используется не только при коронавирусной инфекции, но и при любых заболеваниях, связанных с нарушением функции дыхания. Учреждением закуплено порядка 104 аппаратов искусственной вентиляции легких. Поступило в данный момент 10 аппаратов, которые предназначены для оказания первой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в искусственной вентиляции легких. Вот. На эти аппараты было выделено порядка 200 миллионов рублей. Аппараты не уступают зарубежным аналогам. Некоторые части совсем недавно усовершенствованы уральскими учеными и инженерами. Устанавливают и собирают аппараты специалисты-производителя. Совсем скоро техника начнет работать. Аппараты искусственной вентиляции легких произведены на Уральском приборостроительном заводе. Они выполнены по всем ГОСТам, которые утверждены, и выполняются сейчас сроки, оговоренные договорами. И поставляются, опять же, по местам, которые были заранее определены. В медсанчасти сегодня развернуто 415 коек для пациентов с COVID-19, 250 в терапевтическом отделении и 165 в бывшем родильном доме. 228 из них уже занято больными. 10 пациентов находятся в реанимации. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.